Первый дом жилищно-строительного кооператива «Радость» построен, и в нем уже ведутся внутренние инженерные работы. Электрику и водоснабжение монтируют «Аксиос Инжиниринг», компания, завоевавшая высокую репутацию после эффективной работы на многих других зданиях Владивостока. Здесь, в ЖСК «Радость», тоже применяются современные материалы. Например, в водопроводной системе дома не будет ни метра металлических труб, только полипропиленовые, нержавеющие, экологичные и долговечные. Стараемся, чтобы все было качественно, чтобы потом на сервис не ездить и по гарантии. Это наше основное такое, как требование к монтажникам. И мы, соответственно, и выбираем материалы и оборудование, будет надежно и качественно. Вступить в ЖСК «Радость» имеют право только определенные категории граждан. Педагоги, медработники, сотрудники органов внутренних дел, семьи с тремя и более детьми. Полный список есть на сайте кооператива. В числе пайщиков, например, есть и многодетная мама Наталья Руденко. Она работает в дирекции общественных пространств Владивостока и, как эксперт в планировке территории, обращает внимание на то, что будет рядом с жилыми домами. Стандарт, который должен придерживаться, ну, собственно, все уважающие себя застройщики. По проекту, да, здесь предусмотрено несколько детских площадок, несколько спортивных площадок, зоны отдыха, зона паркинга. В дальнейшем здесь будут создаваться объекты инфраструктуры, и спортивный комплекс, и детский сад, и школа. Первый дом жилищно-строительного кооператива «Радость» будет сдан уже в этом году.